Заслуженного артиста Станислава Садальского доставили в Боткинскую городскую клиническую больницу. Об этом сам актер написал в своем блоге. Садальского экстренно госпитализировали ночью с кровотечением. 70-летний актер вызвал скорую, так как не смог самостоятельно остановить кровотечение. Причину патологии выясняют врачи, а актер переживает за работу. Ведь на следующий день ему надо быть в Мурманске. Рентген грудной клетки ничего критического не показал. Однако специалисты обеспокоены состоянием здоровья артиста и рекомендовали ему пройти полное обследование. Мы следим за событиями и будем дальше держать вас в курсе последних новостей. Подписывайтесь на канал и поддержите видео лайком.